какая-то гримаса. А у него на... Так, и вот, обратите внимание, секундирует легендарный Эрнесто Хус, мистер Перфект, четырехкратный обладатель мирового гран-при по Кей-1. А гримасы у Балрака всегда какая-то надпись для соперника на капе есть. Да, да, да. Раздражающий соперник. Рекламный момент определенный, да, но рекламный своего духа. А Балрак сразу переходит в атаку. Тень пытается работать. Балрак трусы. Очень интересный цветок. Благо его родина Гана. Суринама. О! Эрнесто Хус заволновался. Заволновался Эрнесто. Ну, я думаю, это просто падение. Не повлек. Зал как заряжен, а сейчас уже. Да, это... Сень пока работает вторым номером. Балрак вроде держит центр ринга, но обороняется. Как-то вот своеобразный. Ох! Лоу-кик прямо с... И тут же обманный лоу-кик и удар левой рукой в голову. Очень своеобразные манеры ведения боя у Балрака. Удар коленом очень хороший, без прихвата, без ничего. Так, Сень начал уходить. Видимо, вот этот удар коленом достиг цели. Видите, он немножко так это сгибается, дыхание сбилось. А Балрак настроен, по-моему, на бескомпромиссную победу. Играть не собирается. Какие-то цифры, татуировка у Андрея Сени. Да, что нет. Ну, каждый... Да, вообще эти да. Значительные. У Балрака, например, эндбрекет несокрушимый да. на груди. Это все те маленькие да. фишки, которые да. украшают, наверное, да. меру единоборств. Да, и каждый для них имеет какой-то смысл. Они не просто так наносят, как вот медведь, как... сказал действующий чемпион наш Александр Игорь Бугаенко, медведь отражает, оскаленный медведь, мое говорит, отношение к бою, к жизни. Так, пропустил, Сень пропустил. Пропустил прямой в голову. Ему надо восстановиться. Вот он тянет время. Так, поэтому... Ну, атаку контратакует. Так, восстановился. Пытается контратаковать. Балрак хорошо, Эшвин хорошо входит. Андрей тоже крепкий орешек. Хотя, конечно, очень титулованный, очень известный в мире единоборств. Балрак Эшвин недавно одержал победу над гигантом Бьорном Бриги из Швейцарии. Нокдауном четвертым супер. Эрнесто переживает, и вся команда, и смотрит на часы, и дают советы. Что-то, видимо, не по плану идет у них. Осенний очень хорошо сейчас, мне кажется. Да. Пытается инициативу перехватить к концу раунда. Потанцу пытается перехватить инициативу. То есть он восстановился после этого удара с коленом. Он, видите, спокойнее, уже двигается. Все-таки сбили ему дыхание. Ну, извините меня, на карте честь мистера Хуста. Да, конечно. Это же он и тренер, и секундант. Это его ученик, самого мистера Перфекта. Я думаю, ставки для него велики. Вопрос принципа уже пошел. Естественно. Динамичный очень бой. Да. Не, вот какой был бой прошедший тяжеловесов и как идет он сейчас? Да, естественно. Давай. Абсолютно две больших разницы. Такое ощущение, что у них вес-то другой, легче. Да. Потому что движение больше. Движение больше, быстрее, хорошо двигаются. Так, Балрак показывает, работает на публику и судей, что он не устал. Так, Эрнесто Хус что-то ему из своего богатого опыта подсказывает, и я думаю, слова его принесут Балраку какую-то помощь. Так, Андрей Сень должен восстановиться. Андрей Сень очень молодой, амбициозный боец. В принципе, он тоже не хочет и не любит проигрывать, и не сдается никогда. Так, атакует Андрей, Балрак хорошо уходит, лоу-киком отвечает Балрак. Еще лоу-кик, какой мощный лоу-кик, какой мощный лоу-кик. Это не
споткнулся Андрей. Это просто у него подломилась нога, да. Но он сразу встал. Без последствий это не пройдет. Без последствий это не пройдет. Андрей начал... Сеня тоже активно подсказывает. Да. Естественно, за российской стороной, по-моему, там секунданты со всех команд собрались. Естественно, россияне болеют за россиян. Нокаут. Какой кюк. Второй нокаут. Или нокдаун. Посмотрим. Рефери открыл счет. Нет. Какой? Вот он. Снизу. Левый, да? Да. А вот, нет, вот он, левый крюк. Левый крюк. Левый крюк, да. Вот он. На отходе по расслабленному Сеню. Да, победа нокаутом. Ну что ж, Балрак доказал, что он счастлив. Он доказал себе, своему учителю, своему тренеру, что он боец сильный, могучий. Вы знаете, один момент, я, конечно, абсолютно сейчас не... в своих репортажах из других видов спорта я так очень живо реагирую на то, что как ведет себя публика. То, что сейчас публика массово уходит, это не делает честь. Да, наша публика честь, это надо досидеть до конца и поприветствовать чемпиона, кто бы это ни был. Пусть это не российский. Участие, это блестящий удар, это великолепная работа на ринге. Великолепный бой. В конце концов, это уважение к проигравшему. Да. Так что вот это... Нет, а публика аплодирует стоя. В основном массовый исход. Я думаю, что публика должна быть до конца. Молодец, Лешин Балрак. Ну, понятно, что там на капе. Да, ну, в общем, он то, что выслушал в перерыве, он воплотил очень быстро, да? Да. То, что инструкция откуда. Хотя начало было для него не самое лучшее. Доволен. Успокоился все-таки. Ну, какой был хуст и какой стал. Хуст положил руки, так сказать, на грудь. Доволен исходом боя. Убедительная победа. Сильная победа Эшвина Балрака. Он... проходит в полуфинал. Да, у нас определен последний. Да, последний участник полуфинала. Да, победа убедительная. Big for nothing. Много за ничего, да, вот так вот примерно.